Вот такая яркая скульптура встречает маленьких воспитанников детского сада «Теремок». В городском округе Щелково в целом все детские сады готовы к приему детей. Совсем скоро, а именно 6 июля, все сады округа должны начать работу в штатном режиме. Сотрудники к этому моменту готовы. Тестирование на коронавирус проходит регулярно, соблюдают безопасный режим. Останутся те нововведения, которые ввели в период пандемии. Вот, поэтому утром температуру как мерили, так и мерить будем продолжать. Дезары у нас работают во всех группах, дезинфекцию мы проводим. Оценила готовность дошкольных учреждений специальная комиссия во главе с заместителем главы администрации городского округа Щелково по социальной политике Дмитрием Толмачевым. Сотрудники администрации проверили детские сады «Малыш» и «Теремок». В последнем – настоящий дивный сад. Новое здание украшено творчески и с душой. Здесь у нас радуга, и вот под эти все названия у нас украшаются веранды. У каждой веранды есть цветы и обязательно огород. Заведующая садом рассказала и показала, как подготовлены группы и другие помещения в учреждении. Основное внимание, конечно, к безопасности. Согласно постановлению губернатора, 6 июля открываются все детские сады. По распоряжению исполняющего полномочия главы Андрея Алексеевича Булгакова, сегодня с председателем комитета по образованию проехали ряд детских садов. Все детские сады готовы к работе, все санитарно-эпидемиологические правила и нормы будут выполнены. Детские сады находятся в хорошем состоянии. Ждем наших маленьких детишек. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.